Всем привет! Получил очередную посылку. Пришла ко мне за 18 дней. Кстати, очень хороший продавец. Рекомендую, друзья. Ссылочку под видео оставлю. На этот раз заказал приманки. То есть сейчас откроем. Рыбная ловля. То есть сейчас откроем посылочку, посмотрим. Для рыбаков должно быть интересно. Вот отрезаем ее аккуратненько, посылочку, и смотрим. Смотрите, вот как он упаковался. Смотрите, вот такую мультифорку. А заказал я два поппера заказал, потому что зашел в наш новосибирский магазин, посмотрел, и цена на такого поппера 150 рублей, а заказал я по 65 рублей, то есть 65 рублей. Вот тоже эффективный, брюшко красное, то есть как кровь у него идет. То есть. И вот как бы этим летом утопил, получается, одного. А размер у него, сейчас я покажу, сколько. Примерно вот таким. Нет у меня линейки, к сожалению. Вот видим. 7-8 сантиметров. И стоит, то есть, 65 рублей. Если слышно, гремит. Вот зелененький тоже такой окрас, как бы у него идет. И заказал еще одну штуку. Интересную. К сожалению, вот просто, вот не поверите, забыл, как называется приманка, забыл. То есть, как бы я вообще взял первый раз, с такой ни разу не сталкивался, как бы. Не знаю, как на нее ловить. То есть вот взял, сейчас как бы попробую, посмотрим, покидаю. Ну, я так полагаю, она тонет, как бы, тонет на хищника. Кто знает, добавьте, напишите в комментариях, как называется, как бы. Просто я забыл. Тоже 65 рублей стоит, как бы. Ну, вот тут зеленый очень неплохой раскрас такой хороший. Вот буквально заходил, точно такой же поппер. Цена 150 рублей, то есть. А мне пришло 3. Получилось так, что я заказал, и как бы получается, что это один и тот же продавец. И он мне сразу 3 приманки отправил. За 18 дней прилетела вот такая вот бандеролька. Даже не посылка, можно сказать. Ну вот, как бы будем испытывать. Ловить. Мне большие не нужны, мне маленькие, как бы, самый раз. Сколько грамм? 6-7, наверное, весит по весу примерно. Да, грамм 6. И шарик хорошо, прям так звенит хорошо. И вот, смотрите, то есть, друзья, вот такая. Ну все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.